Всем привет! Сегодня предлагаю рассмотреть вступление к песне RIP британской группы Portishead. Давайте разберемся, что у нас происходит в этой песне. В правой руке все очень просто. Мы играем сначала большим пальцем басовую ноту, в данном случае это или пятая, или шестая, в зависимости от того, какой у нас будет аккорд. И затем играем вторую, третью и четвертую струны. На каждой струне, соответственно, свой палец. Вторая – безымянный. Третье – средний, четвертое – указательный. Кстати, еще два слова про большой палец. Возможно, вам известно, что у нас есть два способа игры нот. Это тирандо и апаянда, когда у нас опора на другую струну. Вот в данном случае на апаянда играть не надо, потому что будет слишком сильно выстреливать бас. Вот в данном произведении, хотя очень часто в арпеджио рекомендуется на апаянда играть, но в данном произведении нам этого не надо. Здесь лучше, чтобы бас звучал тоже не слишком сильно, не перетягивал на себя слишком много внимания, не выстреливал. Вот так вот тихонечко. В левой руке с одной стороны просто, с другой стороны не очень. Просто, что нет каких-то аккордов там с растяжками большими, и так далее, все аккорды более-менее похожи, но сложно в том, что все они на барре, и из-за этого довольно быстро начинает напрягаться мышца здесь, в кисти, потому что нам все время приходится прижимать барре, если тем более у вас будут высоковато струны на вашей гитаре, то вам придется прикладывать больше сил для прижатия барре, и, соответственно, есть риск того, что струны будут некоторые не дожиматься и дребезжать. Поэтому, если вы хотите прокачать выносливость своей левой руки в плане долгого держания барре, то этот риф гитарный, он тоже для вас очень подойдет. Итак, первое. Прижимаем, значит, барре на седьмом ладу. Это у нас что получается за аккорд? Ми минор. Да, это у нас ми минор идет. Здесь схема постановки вот этих трех пальцев, я вам скажу вот так, это вот, который мы ставим аккорд АМ, который ля минор. Вот представьте, что вы его поставили не вот этими пальцами, а вот этими тремя. Вот он у нас встал. А теперь просто передвиньте вот эти пальцы все. И поставьте барре на седьмой лад. Вот это у нас получается аккорд ми минор. Четыре раза на каждом аккорде мы играем арпеджио. Затем передвигаем на один лад барре, восьмой лад получается. Эти пальцы у нас встают в мажорную аппликатуру. Опять же, возвращаемся к аккорду, который у нас А, то есть ля мажор. Вот мы его ставим вот так вот тремя пальцами. И вот эту же форму двигаем всю. Вот она у нас получается, вот такая. То есть эти пальцы у нас на десятом ладу. Кто-то предпочитает прижимать одним пальцем, можно вот так вот сделать, но это у вас получается двойное барре. Тут барре и тут барре. Можно даже мизинцем так сделать. В общем, я поэкспериментировал всяко, и мне показалось, что лично мне проще тремя пальцами здесь прижимать. Вы уж смотрите сами. Итак, затем возвращаемся в предыдущий аккорд ми минор, вот в этот, который у нас был от седьмого лада, то есть обратно в него, сыграли 4 раза опять арпеджио и уехали в третий лад, барре в третий лад, и опять ставим вот эту мажорную форму, то есть опять вот эти три пальца. Барре на третьем ладу, эти пальцы на пятом ладу. Прижимаются вторая, третья, четвертая струны. Играем 3 раза это арпеджио. И затем отдельно бас, второй лад, пятой струны, нота Си. Ушли в нее. Получается у нас. Затем
барре на пятый лад. Здесь уже мы будем бас играть от шестой струны. Пришли в аккорд ля минор, как я уже сказал, барре на пятом ладу. Здесь мы ставим всего лишь один безымянный палец, ставим его на четвертую струну, седьмой лад. Здесь играем шестая струна и то же самое, вторая, третья, четвертая, как и до этого. Сдвигаемся на один лад вправо. Это у нас что получается? Си бемоль мажор будет. Добавляем еще средний палец на третью струну. Вот сюда ставим рядом с барре соседний лад. То есть барре у нас на шестом. Здесь на седьмом ладу третьей струны средний палец. Здесь у нас безымянный на восьмом ладу четвертой струны. Получается вот такая штука. Уходим обратно опять в предыдущий аккорд. И опять уходим в третий лад. В третий лад мажорная позиция. То есть опять добавляем наш средний палец вот сюда. Давайте еще раз пробежимся по всем аккордам. Итак. Вот и все. И их можно играть по кругу. То есть до бесконечности, сколько вашей душе угодно. Табулатуры и ноты, если вам удобнее играть по ним, есть на моем Патреоне. Ссылка под этим видео. За совсем небольшую денежку из любой страны вы можете их приобрести, поддержать мою деятельность на благо вам. Если вам нужны уроки частные по гитаре, по укулеле, то тоже обращайтесь, пишите мне, в описании ссылки есть. И оставляйте комментарии, что вы еще хотите увидеть на этом канале. Ну, всем пока, успехов!